На Кургане в Петрозаводске водружен памятник нашему олимпийскому чемпиону в лыжных гонках Федору Терентьеву. Прославили Карелию также Лазутина, Медведева. А вы знаете, что в свое время половина сборной Советского Союза по прыжкам с трамплина была сформирована из представителей Карелии? Спорт в Карелии был действительно массовым. Сегодня трудно поверить, но в одном Петрозаводске было несколько команд по хоккею с мячом. Были и экзотические виды спорта. Вот, посмотрите, игра в шахматы на территории нынешнего стадиона «Юность». Игра с живыми фигурами. Обратите внимание, ладьи – это человек с пулеметом. Ну, конь – это, естественно, всадник. А король, посмотрите, стоит во фраке. Или вот соревнования. На набережной Онежского озера сплавщики соревнуются в плавании на бревне. Чем не забава на день города Петрозаводска? Карелия лучшая.